Приветствую всех зрителей моего канала. Это канал «Горожанка в селе». И вот, находясь в селе, вечером жгу мусор в мангале. Так делаю часто, сохраняя всю безопасность. Вообще, когда я одна у костра, я всегда вспоминаю одну песню. Она у меня так и крутится в голове. От этой песни остался один куплетик всего лишь. Гори, костер, подольше гори, не догорай, а завтра лагерю скажем прощай, прощай, прощай. Знаю, что там были еще куплеты, но я их забыла. Вспоминается сразу пионерский лагерь, костер, уголечки и печеная картошка. Почему, не знаю. Но всегда я эту песенку вспоминаю. И решила я все-таки ее найти. Я ее сейчас поставлю, то, что я нашла. Может быть, кому-то будет интересно. И может быть, кто-то откликнется из таких же пенсионерок-пионерок, которые до сих пор, мне уже скоро 70 лет, но помнят пионерские песни хотя бы частично. Какие все-таки они были хорошие, наши пионерские годы. Напишите тоже, кто помнит пионерский костер в пионерском лагере, а может быть и эту песню. Даже если не помните, послушайте. Я и слова нашла. Попробую их тоже разместить, если получится. Слушайте с удовольствием. Мне было интересно.
Ну вот я даже слова нашла. Кому интересно, почитайте. Какие хорошие, добрые слова в этой песне. Не знаю, мне кажется, сейчас дети эту песню не поют. Во всяком случае, я не слышала, чтобы они пели. Может быть, поют. Я для вас старалась, снимала этот ролик. Откликнитесь, пожалуйста, те, кто что-то знает об этой песне, кто, может быть, ее пел в пионерском возрасте. Так что вот такой ролик для вас сняла. Пенсионерка. В душе пионерка. Пока-пока. Интересно, много нас таких пенсионерок-пионерок, кто помнит еще пионерские песни? Мне будет интересно почитать ваши отзывы. На этом я с вами прощаюсь. Заходите на мой канал, поддержите его.